Всем привет! С вами уникальный Ваня, а вы, как всегда, у него на канале. Видео без лица сегодня. Куриные крылья. Как я это делаю? Для начала я их мариную. Я использую 2 столовые ложки соевого соуса. Я использую паприку, 1 чайную ложку. Я использую чайную ложку приправы для курицы. И 1/2 чайной ложки перца. А вот чеснок. Несколько зубчиков, головок. Ну и вот сама курица. И вот у меня чеснок. Здесь, кстати, 1/2 чайной ложки соли и столько же сахара. Я свою курицу вымыл. Она у меня чистая, потому что курицу грязную я готовить не буду. Я буду только чистую. Сейчас я изучаю анатомию курицы. Где у нее крыло. Вот сейчас мы с вами и посмотрим. Теперь я беру 1 крыло курицы и пилю по фаланге. Вот берем вот такой вот большой нож и пилим по фаланге эту курицу. Я нашел, где у курицы сгибается палец. Вот он. Я пилю в этом месте. Этот палец лишний. Мы будем готовить вот это вот. Здесь я нахожу место сгиба еще раз. Вот так вот. И распиливаю крыло на 2 части. Вот. Итак, я курицу нарезал. Вот она такая вот у меня вся. Вот они мои крылышки. Я беру сейчас и начинаю рассыпать все специи. Так, что делаем с чесноком? Я вот так вот беру, раздавливаю. Потом я его ножиком аккуратно вот сюда. Беру следующую головку чеснока. Раздавливаю. Буквально всей массой. Ложусь на этот чеснок. Вам остается только соль, сахар. Берем, рассыпаем. Теперь все это надо перемешать. Беру вот так вот, перемешиваю. Теперь я беру эту курицу в целлофановый пакет и в морозилку, чтобы потом приготовить. Либо эта курица может полежать у вас 1 час, и потом вы ее можете готовить. Но она должна маленько помариноваться. Вот у меня получился такой вот прекрасный полуфабрикат, который можно потом взять и приготовить. Но сейчас он поедет в морозилку. Спустя 3 дня я достаю свои крылышки из морозилки. Вот так вот они у меня выглядят. Я их немного оттаял в микроволновке и теперь раскладываю вот в такую большую чашу. Для чего я взял фольгу? С фольгой прошарка будет намного равномернее. Вываливаю. Распределяю курицу. Кстати, я предварительно разогреваю духовку. Включил ее на 180 градусов. У меня стоит вот такой режим. Палочка сверху, палочка снизу. Это означает, прожарка будет равномерной. Как видите, 180 градусов. Ставлю на 1 час. Спустя 1 час я снимаю фольгу. Давайте посмотрим поближе. Смотрите, какая красивая курочка. Теперь я ставлю режим вентилятор. И оставляю ее поджариваться еще где-то на 15-20 минут. Ну вот я достал эту курицу. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И ждите новых видео. Всем пока. До следующих.